а новый месяц 1 июля начался, встретил нас, или как сказать, или мы его встретили дождем. Целый день сегодня, ну, начался где-то часов 10, наверное. Как начался дождь, так и пошел лить. Лил потихоньку. Небольшой ливень, о, как было написано. Лил, и только вот сейчас, к 6 часам, где-то с полчасика назад закончится. Ну, наконец-то. Ну, и температурка. Люди вот по-разному всяко одеты. Где-то 20 с небольшим градусов. Может, даже 20 нету. Но после такой офигенной жары, прям хорошая погода. Хотя только вот, ну, да, люди в темном, я как-то вот в светлом как-то глупо смотрюсь. Среди дождя и с черноты. Но не я один, он тоже в светлом люди. Вот. И целую неделю обещают дожди. Ну хоть не жара. О, да. И сегодня у нас, в смысле, второе число. Июля. Уже июль, нифига себе. 24-го года, вторник. Да, вот такая переменная облачность. Ну, вообще на сегодня дождей не обещали. Хотя и на вчера не обещали. А он почти весь день лил. Интересно. Вот. Что у нас, какие новости за вчера? Какие-то дни какие-то непонятные. Но у нас все в Кемерове, кроме дождика, тихо. То есть там дождик как бы одно, а всякие потрясения или что это другое. Авария вчера была на мосту. Да, вот который мост. Они не стали снимать, что там аварию снимать. Но все живы вроде, 8 человек пострадало. Машины столкнулись, говорит, лоб-лоб. Сейчас пишут. Volkswagen Polo, ски какой-то. И прямо ее снесло в кювет. Volkswagen, да и Kia тоже. Как так умудрились, 4 часа утра. Как они, что они в 4 часа там гнали по мосту, ничего не понял. Ну, бывает. Вот. Там где-то в Осинниках, да, что-то народ там по военкоматам там что-то лазили. На военкомат залезли, что-то там плясали какие-то подростки. Пишут, какая-то чушь какая-то происходит. Вот. У нас вчера что-то говорят, вокзал типа минировали. Сообщения поступали. Автовокзал. Тоже какая-то ерунда. В общем... Погодка, в принципе, хорошая, где-то градусов 20, не больше. Хорошо, дождик. А, ну что ж хорошего, бензин подорожал опять. Да ё-моё, еще вчера на 10 копеек подорожал. То есть теперь уже 50, вот, бензин стоит. Куда он растет вообще? Нет, ну я понимаю, там у нас идет всякие в стране, скажем так, мероприятия. Их надо чем-то финансировать, деньги откуда-то брать. Ну что, за 10 копеек, что ли? Удовлетвориться. Ну да, тем более корейцы там пишут, что скорее там несколько десятков тысяч типа человек приедут помогать. Ну понятно куда. Все каналы пестрят этим, типа инженеры, но вот, нет, это хорошо. Ну и второй вопрос. Вот платить им надо, ну блин, за бензин что ли? Ну, в смысле, за счет бензина. Хотя за счет чего? Вот. Растет как, блин, это сам. То ли туда дрожжи добавили, то ли водой разбавляют бензин, что-нибудь цена-то растет. Ну, в смысле, цену, а не сам. Растет и растет, ой-ё. Хотя ни доллар, ничего, и на нефть цена вроде не настолько, что это оно пошло. Психологически не очень, как бы, хорошо. А, ну вот, солнышко немножко, а то было пасмурненько. Не, погодка так вот хорошая. Если бы не цены, бензин и так далее. Опять сегодня авария была. Сегодня 4 число, четверг. На мосту не пройти, не проехать. Из-за этого весь, ну, все стало, весь город, короче говоря. Ни туда, ни сюда. У машины колесо отвалилось на этот раз какой-то старенькой. Вот. А так погодка хорошая. Где-то 20 с копейками градусов. Сейчас вот дождик пошел такой, моросит. Но он чисто прибить немножко. Да, даже, может, и не прибьет пыль. Потрясений тут фу нету. Понедельник, 8 июля. У нас не жарко пошло. Ну, то есть у нас и так там жара за 30 спала.
Но все равно и выходные было 29, там на солнце-то нагревало порядком. А сегодня утром 18, то есть ночью 18 градусов, и днем. То есть день прошел, сейчас вечер, всего 19. И дождь полдня. Дождь лил и уже и высох. Часа полтора назад закончился, но он уже и высох. Лужицы небольшенькие, вот прикольно. Ну хотя дождик неплохой пролил. Вот, но хорошо. А, небо вон какое. Но сейчас тоже перебор все-таки с прохладой, ветерок прохладненький. Но после жары само то. Но в целом для лета, вот, блин, какой человек непостоянное существо. 30 жарко, 19 не жарко. Блин. Ух, одра, 9 июля. А, хорошо. Дождика нету. Всего 17 градусов показывает. Ну, 17 это как-то... О, один в рубашке, другой вообще в куртке. Даже не в ветровке, а в куртке. Ну и тут народ в шортах. Не, в шортах как-то 17 градусов. Не жарко. Но после жары за 30 хорошо. И ветер прохладный. А вообще, дождик и 14 градусов. Это такое сочетание прохладненькое. В одной рубашке, если. Но дышится легко, красиво. Ну не жара, 35 это хорошо. Вечером вообще, а сегодня 9 июля, вечер, уже 7 часов. В общем-то, неплохо, солнышко, небо там, небольшие облачка. Но ветерок, да, вот все люди в толстовках или в чем вот идут. Но не жарко, ветерок прохладненький. Ну, конечно, не то, что днем, утром. И... О! Туча. Может, еще дождик будет. Не, ну вообще так классное лето. Ну, имеется в виду погода для лета. Ага, 10 июля. Солнце типа, да? Ага. Ну, типа. Но всего 13 градусов. Прям как август. По утрам холодно. Ну как холодно, 13 градусов тепло сравнительно. В августе это холоднее, но все равно бр как-то странно в июль. Да блин, опять бензин подорожал на 30 копеек, да что ж его прет-то, куда же его, расширяется что ли от жары. Прошел дождик, ну такой средненький, и хорошо, ну немножко мокренько. Солнышко до следующего дождика. А, ну прям не сказать, что свежо или там жарко или холодно, но хорошо. А у нас пятница, 12 июля, туман. Вообще туман. Ну вот прям вот эту бандуру не видно. Прям кусками. О, блин. И прохладно. Ну он в курточке. Не, в курточке может и перебор. Ну хотя, да. Ну это вообще августовский какой-то туман, прямо не июльский. В июле, нет, хорошо, конечно, погодка, но никогда в июле, ну не помню, чтобы такое было. Ну вот в пиджаках люди идут, все как бы не жарко. В июле все-таки погода хорошая, да, не жара, это хорошо. Но все-таки обычно в это время года потеплее. Над кусками туман. Вот не видно нифига. Блин. Да, вот в такой вот самое удобное, наверное. В рубашке не жарко. О, блин. Днем-то хорошо, 21 градус. Не жарко, ну и не холодно. То есть это как бы классно. Но это скорее на август, чем на середину июля тянет. Продолжается у нас в Кемерове жара. Было немножко прохладненько и сплыло. Где? 7 часов вечера, 31 градус. Это воскресенье, 14 июля. Новости у нас какие? Опять бензин подорожал? Да что ж такое, он что дорожает и дорожает. Куда ему, блин, лезть-то, что называется? Вот, хотя я, наверное, догадываюсь. То 92-й рос, а за ним 95-й, а теперь решили 95-й округлить до ровной суммы. Ну и, соответственно, 92-й пропорционально поднять. Не, ну куда ему расти-то, блин, с чего?
какие предпосылки, доллар, евро, блин, там не туда, вроде заводы все работают, чё к чему. Ну, никак не смог удержаться, чтобы не прокомментировать тему с покушением на Байдена. Блин, вот это круто было вообще. Если кто не видел, вот. Это ж мужик, ну как, ну парень, ладно, парень. Ну, тем более, глаз еще алмаз, что называется, никак на старости бывает. Ничего не видишь у некоторых. Вот, 120 метров пистолетный выстрел. С пистолета попасть плевое дело. Но, вот опять-таки, винтовка R15. Класс, хорошая винтовка, маленькая отдача. 9 выстрелов. 9, Карл, что называется. По такой, как бы это мягко сказать, не тушь, объемной мишени 9 выстрелов, 120 метров из хорошей винтовки, ну, довольно неплохая винтовка, ладно, не снайперка, но из такой винтовки и попасть в ухо, блин, не, ну я бы не смог в ухо попасть. Да, с пистолета куда это, да, а вот с винтовки в ухо, блин, очень трудно, согласен. Ну, про второй вопрос про спецслужбы, как народ прикалывается. Все, говорит, заполонили, да, говорит, даже под трибуной, говорит, сидели, в тенечке прохлаждались. А на крыше, говорит, потенциальная опасность 120 метров, как бы, ну, потенциальная точка, откуда стрелять, естественно. Там не было никого, ну, действительно, а что, говорит, туда лезть-то, зачем? Там же жарко на крыше было. Ну, вообще, конечно, да. Слов мало, одни междометия. 17 июля вечер, ну как, 6 часов. Фух, вообще невозможно. Вроде так же 30-31, как и вчера, там, ну, держится тридцатник с небольшим. Но и вроде даже вон тучки, облачка кое-какие к вечеру. Днем было чистое небо, ясное почти, блин, жарище вообще. Вот, нет, ну тень есть, то есть набегают. Даже ветерок вроде какой-то небольшой, но парилка вообще, влажность невозможная, какой-то это самое, как в бане. Закончилась пятница, соответственно, неделя вся, 19 число сегодня июля. Ох, прошел дождик, ну как прошел, ну ливень, он пролил минут, не знаю, 15. Ну неплохенький сравнительно, и все. Ну, пролил, то жарище стояло. Прохлада была хорошая, прям так хорошо прохладно. Но сейчас все равно опять за 20 градусов. Вот. Бензин все дорожает, дорожает. Как будто на жаре разбухает. Еще его прет, что называется, цена. Не успеваешь следить. Раза два за неделю, наверное. Ну, а так, ни потопов как где-то, ни такой сильно там за 50 градусов жары. Да, за 30, конечно, нехорошо и жарко, но нормально. Лето ж все-таки Сибирь. О, там еще тучка идет. Может, еще дождик будет. Но то пролил, ну и что, и сухо. Двадцатое июля, суббота. Но, к сожалению, еще утро. Но красота. Пасмурненько. Дождь так и больше не шел вчера. Красотища. 18 где-то. А, вон, даже на этом 18 градусов. Ветерок. А где ветерок? Только что ж был такой не жаркий, скажем так. Ну, не сказать, что. Ну ладно, прохладный. Не холодный, но прохладненький такой. А вот он оттуда откуда-то ветерок. А, хороший ветерок. Влажненько немножко, да. Есть такое. О, а там пляж рекламирует. Ну, да. Хорошо, погодка. Но, к сожалению, наверное, ненадолго, да, чтобы эти тракторы. Потому что уже к вечеру обещают опять 27 градусов. Но пока что хорошо. О, дождик пошел. Дождик, это хорошо. Ну, как-то, сколько там? 19 градусов. Нет, хорошая погодка. Ну, тут ничего не видно. Но дождь. Ну и что, вот те раз, опять 25, что называется, то есть даже 26, в смысле градусов. Та же самая суббота, всего 5 часов вечера, и вот так. Нет, ну не жара, 26 градусов.
Ну, конечно, не то, что утром было хорошо, и ветерок обдувает. Нет, в принципе, хорошо, жаловаться-то грех, конечно. Но я и не жалуюсь, а это констатация факта, что не настолько классно, как было утром. Но все равно в тенечке, если хорошо, обдувает. Вот ветерок, видно, да, ветерок какой хорошенький. На солнце, конечно, не так хорошо. Но, говорю, жаловаться было бы нечестно. Потому что, ух ты, Таха, а, это Таха. Кемерово, вообще Кемерово классный город в части погоды. Нас не заливает, как некоторые города не так далеко в Сибири. Жары под 50 нету, как в некоторых городах на юге. Электричество есть, кондиционер, вода, кондиционеры работают, все. Не то, что жара под 50 и даже электричества нету, чтобы кондиционер включить. У нас все-таки тут классно.